Всем привет, ребята, меня зовут Власочка. Сегодня в этом видео мы с вами знаете, что будем делать? А я вам не скажу, потому что под прошлым видео вы поставили мало лайков. Так, Фласка. Чё? Фласка, я пошел в соседнюю деревню, быстренько там поторгуюсь, мне там дела нужно закрыть. Пожалуйста, пару часов посиди дома, присматривай за хозяйством. И главное, ничего не взрывай и присмотри, чтобы никто ничего не загрифил. Конечно, окей? Не буду, но ты чё рофлишь? Я ничего не взрываю. Я вот пару крюков возьму и шерсть мне нужна. Все, я пошел, короче, давай. А, ну ладно, давай, пока, удачи. А ты вечером будешь дома? Я на пару часов. Ай, короче, ребята, о чем будем с вами сегодня делать? Я думала пойти вскопать грядку. Я думала вскопать грядку и пойти посадить картофан, ведь именно этим занимаются истинные белорусы. Что произошло? Что? Где? Не понял. Что происходит, эй, жители? Это вы тут что-то? Что тут взорвалось? Алло, тут есть кто-то живой, жители? Эй, там вроде с горы что-то было. А, какой? Вон та, которая. Вот которая это. Та, да, которая, да. Которая на северо-юге, да? Да, на ней мы еще ауф вырезали. Вот, понятно, так, ладненько. Ну, что поделать? Пойду гляну, что там. Мне-то интересно. А картошка подождет. Да я в двух соснах запуталась. Где тут выход? Ну и что тут? Что произошло? И где что? Я же тебе говорю, не надо находить. Что? Ну, Погодите. Жители, а что тут произошло? Что за взрыв прогремел? Что это? О, Фласка. Короче, слушай, смотри, вот рассуди нас. Вот мы, короче, с Мухмедом проходили здесь мимо. Увидим, короче, пещера. Пещера зашли и туда-то посмотрели. Там, короче. А где пещера-то? Вот тут, прям на этом месте. Я прям вот, ну вот прям вот тут. Да. И, короче-то, все ничего не трогай. Не тащи, потому что Мухмед тронул рычаг. И в итоге. Короче, тут все обвалилось, да? Ну так интересно. А что там было-то? Мухмед, что было? Ну, короче, тут было, ну, пещера была. Теперь нет пещеры. Пещера была, а теперь нет. Ладно, мне интересно, что там. А стоп, у меня кирки нет. Пацаны, ну, а может кирку кого найдется? И кирка? Что такое кирка? Я понял. Ладно, тогда старым дедовским способом. А, погоди, кирка, это та штука такая, которая... Да, которым камень копают. Есть кирка? Нет. А, ну тогда, ладно, раз нет кирки, тогда старым дедовским... Бегите, мужики, бегите! Я сбегать не умею! А, нормально, вас... Вас не задело, так что чего вы кипятитесь? Все же добро. Спасибо большое, конечно, мы там... Погодите, давайте мы с вами это потом все обсудим. Не за что, вот вам забирайте вот эти вот ваши булыжники. О, камешки, хорошо, спасибо, камешки, это хорошо. И что это такое, сундук какой? Вау, звук алмазов. Так, ладно, вообще... Эй, Мухмед, иди посмотри, что там у нее. Все, ничего не было. Погодите, пацаны, там ничего не было. Там было пару слитков золота. Ну, вам оно не нужно, оно же беспонтовое, правильно? Вот, и я так думаю, так что... Подойди к старости нашему. Слушайте, вот кто первый нашел, неважно, кто первый взял, значит того. Ну, я подойду на всякий случай к старости. Ой, господи, ребзи. Так, я там не могла все просмотреть, что там у них было. Смотрите, что тут есть? Тут есть что? Книга и перо. А что тут написано? Бах-бах, что? Это что, какой-то прикол? И еще тут ультра-редкий крипи. Что это такое? Ладно, дома посмотрю, что это такое. Нужно для начала добежать до дома. Почти добежала. Хорошо. Что мы с вами хотим? Алмазики. Не-не-не, алмазы я не буду в общий сундук, потому что Адусечка их полюбасу возьмет. Все, драгоценно, я положу сюда и... Ну и что, вроде ничего интересного. Ладно, давайте посмотрим, что это за ультра-редкий крипи. Знаете, так как называется крипи, мне что-то не особо нравится это название. Дайте-ка я отойду подальше от деревни. Хотя, в принципе, зная меня, я бы могла прям в доме его заспаунить и вообще что это такое. Но это яйцо призыва, как я понимаю. Да, это так. Я вот тут в пещере его. Ну-ка. Какая лапа! Что произошло? Это что? Слушай, а ты прикольный, ты как котенок. Ой, прикольно, такой милашка. Ой, а что ты шумишь? Погоди. Ладно, ребята, ничего не понимаю. Ты что? Аккуратно, погоди, не поджигай. Погоди, ты, наверное, голодный, да? Так, к тебе была... О, тихо, аккуратно, не поджигай. К тебе была инструкция. Что-то написано. Ладно, хорошо, я ничего не понял. Слышь, ты... А, погоди, слышь, ты мелкий, иди сюда. Сюда, иди. Мама? Ага, мама, иди сюда. Погоди, ты придурочный, ты что творишь? Тихо, я говорю, не паникуй, иди сюда, я тебе сейчас еды дам, иди сюда. Еды, так. Как так? И кто мне переведет этот криперский язык? Так, может, в мейби мне поможет священник? Так, ты постой тут, хорошо? А, священник, здравствуйте, я тут пришла к вам с одной просьбой. Здравствуй, дочь моя. Да, падре, я пришла. Нет, я не падре, я... Не путай.
Священник, так как вы самый умный в этой деревне, извините, вы не знаете, что вот это вот за язык? Вот это вот. Там что-то непонятное, вы-вы-вы-вы-вы написано, но, может быть, вы поймете? Древний криперский, я смотрю. Да ладно, откуда вы его знаете? Вы что, древний крипер? Нет, я просто очень много читаю книг, в отличие от тебя. Кстати, я удивлен, что ты вообще смогла взять в руки книгу. Слушайте, я вам отвечаю, эта книга вшла в комплекте с яйцом призыва, так что я вообще ни при чем. Мне просто интересно, как управлять той штукой, которая... Положи его в сундук, приди ко мне через минут 20, я переведу. А, хорошо, тогда, хорошо, сейчас, тогда я могу вам подать. О, привет, малыш, ты все еще тут? Купил переводчик. Смотри, ой, елки, надеюсь, ты ничего не подарешь. Так, погоди, я хочу есть, а твоя еда будет готова... Ты чё? Тихо, да ты чё? Слышь, ты где? Эй, слышь, ты где? Эй, иди сюда, ты где? Мелкий, алё, где ты? Твою кукуру. Ты что с священником делаешь? Погоди, твою кукуру. Иди отсюда, сказала тебе, выходи. Быстро, быстро домой, сказала. Быстро домой. Вода. Прыгай. Балдёж, вот там и сиди. Когда книга будет готова, тогда и поговорим. Так, что тут у нас? О, погоди, что происходит? Слышь, ты маленький. Так, иди. Нравится? Нравится. Это моя бронька. Смотри, какая красивая. Смотри, какая красивая. Ты чё? Твою кукуру? Ты где? Я тебя сейчас устрою. Не дай бог, я тебя по IP вычислю. Я ж тебя найду. А ну иди сюда, я тебе говорю. Я тебе сейчас покажу за плохой поведение. Иди сюда. О, погоди, это мой косяк. Прошло 20 минут. Не дай бог, священник не перевел. Я тебя сама лично убью, понял? Священник, готова? Я как мог, так перевел, поэтому... Да мне нормально, мне и так сойдет, спасибо. Переводчик не самый точный из криперского, поэтому... Да, спасибо вам большое, что помогли мне, падре. До свидания, падре. Смотри, крипи, так, мы перевели, что написано в твоей инструкции. Да ты чё, твою, ты чё творишь? Дай прочитаю, тихо, а то я сейчас побью тебя. Хавать хочешь? Вот и жди, сейчас я прочту инструкцию к твоему применению. Погодите. Дайте крипи порох, и он будет вполне сыт. Дайте ему стак пороха, и он начнет расти. Вау, ты чё, расти умеешь? Ой, тихо, погоди, уже темнеет. Давай мы лучше завтра утром все это сделаем. Давай, заходи в дом. Спать будешь? Стоп. Ада, кстати, так и не вернулся. Может быть, его там убили? Ну и фиг с ним. Крипи, все, короче, завтра утром мы с тобой поговорим. Ребята, до завтра. А почему пахнет жареным крипером? А, ты что творишь? Твою кукурузу. Туши. Быстрее, в колодец. Давай. А, ты потух? Ну ладно. Погоди, Крипи, я тебя покормлю. Слушай, малыш, на. На, смотри. Вкусно, на, вот кушай. Ты, наверное, кушать хочешь. Вот, поел, все. Ого, ну вот, все, сытый, теперь ничего не поджигает, а то будешь жить один. Дай-ка я к падре быстро забегу. Да, я твоя мама, подожди тут меня, сыночка. Ой, извини, сладенький. Падре, я все-таки решила взять вашу свечку. Падре, все-таки решила взять вашу свечку, вот вам алмазик, я возьму все вот эти факела, что у вас тут есть, да? Берите, падре. Да ты, я тебе сейчас покажу, иди сюда. Ах, ты ж маленький засранец, ха-ха! Че, получил, да, вот как ты будешь все взрывать. Кстати, Крипи, а ты умеешь взрываться? Ну, давай. Я понял, ты, походу, недостаточно опытный в плане подрыва. Слушай, я тебя всему научу. Смотри, Крипи, иди сюда. Смотри, я тебя сейчас всему научу. Так, стой здесь. Здесь стой, понял? Вот здесь стой. Стой и смотри. Есть такая штука, вот такая. Ты нажимаешь, опа, и оно взрывает, смотри как. Смотри. Нет, постой! Ты йо-го-го, что ли? А если бы тебя задело? Балдежная тема, смотри, Крипи, на тебе. Опа, попробуй. Ага. Ага. Ну-ну, поставь. Попробуй, ну-ну-ну. Ну. Дай я тебе помогу. Так. Ага, и... Во-во-во, беги! Нет, беги! А, стоп, погоди, а тебя что... Не взрывай. А, ты, видимо, крипер, потому что крипер у тебя, походу... Ух ты, ты огни, ты где? А, господи, ты... Почему ты поджигаешь, но не взрываешься? В чем рофл? Я не понимаю, наоборот же должно быть. Ладно, крипи, все, иди за мной. Нам с тобой что нужно? Погоди, а что я хотела? А, елки-палки, вспомнила, что хотела? Мне нужно стак пороха где-нибудь надыбать. Пойду-ка я схожу к нашему кузнецу, maybe у него что-нибудь есть. Извините, дядя Вась, здравствуйте. А что это вы в маске коронавируса боитесь? Вообще-то, вот, дистанцию держи, а?
ну, да, конечно. Да, все, 2 метра держу, извините, у вас есть порох? А, короче, погоди, порох. А, да, конечно, порох есть. А, сколько хотите? Ну, ты порох хочешь, я жрать, конечно, поэтому давай, я здесь так пороха, а ты мне так, короче, рыбы притащишь. Рыбы, ладно, хорошо. Ладно, все, вечером ждите меня, мы подойдем. Крипи, иди сюда, я тебя научу рыбачить, понял? Ты будешь знать все то, что... Твою кукурузину! Извините, мы... Это случайность, это у вас там что-то подгорело. Ничего не делай, понял ты меня? Я тебе не дам больше пороха. Я, знаешь, вообще-то иду сейчас работать только ради тебя. Сейчас я сделаю палочки, сделаю удочку. Вот так это делаю. Твоя кукурузина, не трогай ничего, я тебе сказала. Еще раз, и я тебя убью. Так, скрафтила удочку, сейчас пойдем с тобой рыбачить. Так, все остальное я сюда... Да что твою? Где ты взял столько? Где ты? Быстро подошел, где ты? Слышь, быстро подошел ко... Откуда у тебя динамита столько? Аки. Кто? Аки. Ты что, кекаешь динамитом? Вау, слушай, а мне нравится пиво. Круто, балдежно, тогда пойдем за порохом. Стоп, погодите, ну ведь так и... Стоп, это выходит я. То есть, понимаете, ребята, из пороха можно сделать динамита. Тут 2 в 1, я и крипи покормлю. И динамит получу, балдежно, бежали рыбачить. Давай, на пристань, так, аккуратно, понял? Да ты... Тебе нормально? Ты вылезешь? А, ты плавать умеешь. Ты как собачка, да? По собачьи плаваешь? Ну, я таки поняла. Так, Крипи, смотри. Смотри, это удочка. Ты ее забрасываешь. Вот, да ты... Молодец, на удочку нацепился. Мне нужен не ты, мне нужна рыба. Смотри, ты должен следить за поплывунку. Ну, короче, вот за вот это... Да ты... Тихо. Сейчас рыба клевать начнет, я не увижу. Твою кукурузную, я не могу 2 в 1 делать. Да твою, да ты успокойся. Тихо. Плюс одна рыба есть. Да твою, да успокойся ты. Я рыбачу, не мешай. Да твою, о господи. Ты живой, Крипи? Живой, ладно, нормально тогда. Так, да погоди, да твою кукурузину, что ты творишь? Рыба плывет. Йоху. Я ее подобрала, рыба есть у меня. Да твою, да ты что? Так попробуй пристань взорвать, я тебе пока... Я тебе сейчас пока... Да, успокойся! 2 часа спустя. Это было нечто, ребята. Я еле как эту сырую рыбу наловила, потому что этот засранец, ну тупо... Это пипец, он мне ничего не давал сделать, Ребзи. По итогу я их чародейскую... Так, Крипи, пойдем. Я чародейскую книгу наловила. Так, Крипи, поперли? Нам нужно обратно с тобой к кузнецу. Он нам должен дать порох. У меня столько динамита будет. Что-то там, тихо, успокойся. Я сказала еще разочек, и останешься сегодня без еды, понял? Плохо ведешь себя. Твою кукуру... Не, ну вообще, это, кстати, балдежно то, что... Твою куку... Дядя, господи, это было сложно, ради бога. Просто дайте мне мой порох, мне больше ничего не нужно в этой жизни. Все, спасибо, до свидания. Крипи, поперли, я не могу. Я так устала, ты бы знал. Ты такой, господи, ты такой надоедливый. Ребята, у кого есть младшие братья, они такие же надоедливые или хуже. Ну, или сестры, неважно. Порох? На-н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 а-
Крипи, может быть, зря я ему столько дала, ребята? Чё-то мне кажется, зря я ему столько дала. Твою кукурузину, что произошло? Крипи, ты чё? Крипи, ты чё, йогуго, что ли? Ты чё створишь? Ты чё за... Ну, ладно, то, что ты вырос, это, конечно, прикольно. Какого фига ты всё подорвал? Пипец, Крипи, ну это же жесть. На кой хрен ты это сделал? О, господи. Что, ты чё, говорить умеешь? Ты говори... Привет? О, я понял, на ком ты вырос. Так, ты не, погоди, ты не будешь взрываться? Зачем? Умничка, вот, когда ты был меньше, ты был в два раза глупее. Слушай, а ты можешь еще эволюционировать? Есть ли мне смысл еще тебе давать стак пороха? Я не знаю, стой. А, так ты не знаешь? Ладно, заходи, если подорвешь, я тебя заставлю, ты своими руками все починишь, понял меня? У меня у тебя руки, что ли, по-твоему, есть лечо вообще? Да, рук, кстати, у тебя нет, сочувствую, кстати. Муа, спокойной ночи, сладенький. Мамка. Что ты разбудил? Мамка. Уже день. Да, сын, шо. Да, это уголь есть. В смысле, ты же порохом питаешься, зачем тебе уголь? Ну, зачем тебе уголь, скажи, ты же порохом питаешь, ты что тут, а? Чуть-чуть покусать хочу. В смысле, так ты маленький был порох ел, а сейчас ты уголь типа ешь, да? Да, конечно. А тебе обычный уголь подойдет? Мы можем пойти в шахту просто. Блоки. В смысле, блоки? Я хотел много блоков дать. Ну ладно, пойду кузнеца спрошу, может у него блоки есть.
ну потому что как бы, я не знаю, как блоки собирать, они же, она же сразу превращается в уголь. Извините, кузнец, а тут такой вопрос нескромный, а где я могу достать блоки угля, потому что мне обычный уголь не подойдет, мне нужны именно блоки. Ну мы такие берем для розжига наших, это наковален. О, а, извините, а можно мне? Так-то я его для работы использую, просто так я тебя фиг его там. Ну так давайте я вам еще что-нибудь там, алмазов дам или рыбы еще словлю. О, слышите, а времени дофига же, да? Это, давай ты это, вот в соседней деревне сходи, там проблема такая есть. Это голем с ума сошел, большой, опасный, всех подряд, короче, лежит. Вы что, с ним разберешься? Я, ну, с големом? Да, ну, да, да. Ну, как бы голем, это слишком круто, но ты, а ты взрываться умеешь? Показать? Ну да, давай. Эй, что ты хочешь? А, ну тут ничего такого, там просто... Вау, круто. А это не... я не знаю, что это за крипер. Крипи, слушай меня внимательно. Это не наша деревня. В эту деревню мы пришли, чтобы убить голема. Понял меня? Крипи. Вот так? Да, крипи. Так, отойдем давай, чтобы никто не видел. Так, а где, кстати, все жители? Я понял, жителей нет, потому что они все разбежались по домам. Крипи. А я тебе... Крипи, я сейчас, погоди, а почему он такой черный? Он же должен быть белого цвета. Это что, какой-то адский голем, что ли? Крипи, взрывай его, крипи, взрывай! Прямо сейчас? Да, давай, крипи. Он точно должен белым взорвать. Крипи, давай, да быстрее, он сейчас загонит меня, крипи, давай. Не помогу, крипи, давай несколько раз подряд, крипи, давай. Крипи, ты что, серьезно? Крипи! Завали сюда! Крипи, я его грохнул, ты там живой, ноги сломал или нет? И тебе какать придется. Фу, крипи, да ты... Слышь, ты куда ресурс такой тратишь? На землю, как, куда динамит тратить? На землю, говорю, динамит не трать, на! Красава, давай, я тебе тут пока что скопаю. А чё с големом-то нам отправили? Он же слабый был. Да ты прикалываешься. Давай, поднимайся. Крипи, ну ты... У меня аллергия, вот тут железо. А, вон железо. В общем, крипи, мы с ним справились. Ты умничка, правда, ты провалился, ноги сломал, нет? Не понял. О, как ахи поборолись. Крипи, так, давай, мы тут дом разворотили, так что бежим отсюда. Поскорее! Фух, крипи, наконец-то добежали. Ой, крипи, ты устал? Задолбался. Этот путь проделан не зря, крипи. Сейчас я тебя накормлю, как ты сказал, там блоками твоими. Слушайте, вот, мы победили его. Я не знаю, что вам нужно было принести, но мы победили. Может, там своему брату набрать, там все четко. Голема нет. Да, точно. Отвечаю. Ну, ладно, у меня там как раз уголь остался, можешь вон это у меня в доме взять, это из сундука. Ах, все, хорошо, спасибо. А сколько можно взять? Так возьми, там так больше нет. Все, спасибо вам за уголь большое. Было приятно с вами сотрудничать. До свидания. А, крипи, давай-ка сюда зайдем, чтобы он не видел. Ну, давай, сколько тебе дать? Ты вообще много ешь? Просто это было очень сложно достать это. Три? Ну да. То есть тебе три в день нужно таких давать, да, крипи? Можно много. Алло, крипи, алло. Стоп, погоди, где? Крипи. Крипи, что с тобой? Алло, крипи, стой. Ты где? Ты? Крипи, ты чё? О, извини, крипи! Твою кукурузу, иди сюда, придурочный, ты чё творишь? Крипи! Уголь, гони! Погоди, а почему на тебя так уголь действует, крипи? Ребята, я не знаю, напишите в комментах, давайте ему уголь или нет, крипи? Уголь дай. А если не дам, то чё? А я тебя обниму. А, ты хоть обнимайся, хоть его маленький сладенький. Обниму и... Дома обниму! Слушай, крипи, ты вообще знаешь, с кем ты связался? Я вообще-то не хуже, чем ты. Понял? А, да ты чё, придурочный? Ты чё творишь? Ну, молодец! Ну и чё ты всю деревню разбомбил? По-братски. Ладно, ребята, я вижу, вам интересно, что будет, если дать ему уголь. Ти-ти-ти, по вашим комментариям я это понимаю. Ладно, да. Мне просто тупо интересно, а что будет, если его так разнесло с трех штук. Вы прикиньте, что будет, если дать ему стак. Ну-ка. Итак, надо-ка подальше, а то мне страшно. Мало ли у него там реакция странная будет. Ну и что? Не понял это что? Крипи, твою... Твою кукурузу, ёлки-палки! Крипи, ты чё творишь? Остановись, крипи! Твою мамтушку, Терезу, твою кукурузу! Ой, ёлки-палки! Крипи! Погоди,
Не-не-не-не-не, погоди, Крипи обниматься. Ребята, походу, зря ему дала стак целый. Вот что вы написали дать ему стак, пипец. Вот молодцы те, кто написал, что они такие, ёлки-палки. Ну что теперь, погодите. Тихо, ты чё? Где дом? Мама, Крипи? Ты где? Крипи? Я тебя ухожу. Мама, я тебя обниму. Где он? Погодите, Репс, я его потерял. А вон он бежит. Ладно, он походу убежал. Ёк-макарё. И что мне теперь делать, Репси? Он куда-то убежал, а деревни-то нет. Ой, что-то знакомый голос. Адуся, отвечаю. Это не я. Маска. Чё здесь? А где тебя 2 дня, кстати, не было? Ада, такую историю расскажу, ты не поверишь. Но видеодоказательства, если что, есть. Это не я все подорвала, я отвечаю. И я все увидел. Это ее Крипер сделал. Спасибо тебе, Стасян. Крипер, говоришь? Ну, да. Маска. Да. Я это вот эти деревни покрыли. Адуся, новую деревню найдем. Адуся, ну что ты сразу кипишь? Ё-моё, ребята, в общем. Ой, сейчас у меня таких пилюлей встанет. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте смотреть видео слева и справа. Так, он бежит за мной. Топор, не бежит. Ай, бежит! Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте смотреть видео слева и справа. Я побегу, дай бог он меня не догонит. Потому что, ну как бы, я выше его. Ха-ха, длинные ноги быстро бегают. Ха-ха. А Дусечка коротконогий.